Загадка анонимка и инспектор Гудвин. В один из летних дней инспектору Гудвину пришел посетитель, назвавшийся Себастьян Перейра. Он вручил инспектору анонимное письмо, поступившее к нему на квартиру. В письме содержалось требование положить крупную сумму денег в мусорный ящик на одной из отдаленных улиц. В противном случае адресату угрожали расправой. «Мне кажется, — сказал инспектор Гудвин, прочитав письмо, — что я знаю этого шантажиста. Мне знакомы его почерк и стиль работы, поскольку мы уже привлекали его к ответственности. Его зовут Джек. Тогда надо немедленно арестовать его, — воскликнул Себастьян. Гудвин на мгновение задумался, а потом обратился к посетителю. «Я попрошу вас написать вымогателю ответное письмо. Текст я вам продиктую. Сообщаю, что ваше послание я получил и передал его в полицию. Никаких денег вы не получите, так что можете не искать их в указанном вами месте. Себастьян Мурейра». Письмо было срочно отправлено Джеку. На другой день инспектор Гудвин посетил квартиру Джека. «Я слышал, что вы снова начали заниматься вымогательством», — сказал он. «Это все гнусные выдумки. Со всех сторон меня обвиняют в таких вещах, к которым я не имею никакого отношения», — возмущенно ответил тот. «Сегодня утром, например, я получил странное письмо. Кто такой этот Себастьян Перейра? Я никогда о нем ничего не слышал и не знаю его. Этот Перейра какой-то сумасшедший, он ввел вас в заблуждение. А я убежден, что это вы написали ему письмо, в котором требовали деньги», — сказал инспектор. Почему инспектор Гудвин заподозрил Джека? Ответ на загадку. В письме, направленном Джеку, Гудвин умышленно поставил подпись Себастьян Мурейра. Однако в разговоре с инспектором Джек назвал имя правильно — Себастьян Перейра. Следовательно, он знал этого человека.